Жизнь – это удивительное путешествие, и нужно прожить каждую секунду по максимуму. В Якутск приехала автор молодежного бестселлера из ЮАР Меган Вернер. Презентация книги якутскому читателю стала возможной благодаря члену Евразийской творческой гильдии писательницы Натальи Харлампьевой. С молодым автором познакомилась Марианна Кутукова. Когда ждешь гостю из Африки, невольно представляешь себе темнокожую девушку. Однако, на удивление, 15-летняя писательница Меган Вернер оказалась голубоглазой блондинкой. К нам она приехала впервые со своей семьей из Йоханнесбурга. Якутск – это первый российский город их международного турне, в ходе которого Меган презентует свою книгу под названием «Это зависит от тебя». В книге она делится своими способами позитивного настроя на жизнь, затрагивая разные проблемы современной молодежи. Я начала писать в 13 лет, потому что захотела изменить людей и мир к лучшему. В моей книге приводится 7 способов, чтобы стать счастливым. Один из способов – это самосовершенствование и любовь, а остальные вы узнаете, прочитав мою книгу. Книга Меган была переведена на русский язык несколько месяцев назад. Эта поездка состоялась благодаря Евразийской творческой гильдии, которая призвана объединять и открывать миру талантливых людей. Отметим, что книга юной писательницы получила множество положительных отзывов у читателей и экспертов из разных стран. Книга, дело в том, что для России это будет впервые, потому что они не выходили на международный рынок, они больше работали на английскую аудиторию. Я думаю, что для России это будет очень интересно, потому что молодежи нужно вдохновление, нужно смотреть на мир иначе, вдохновляться, смотреть чужим, возможно, примером, чтобы сделать мир лучше. Сегодня на встрече вдохновиться Меган Вернер собралось немало людей. Автор молодежного бестселлера рассказала и показала студентам и школьникам, как выйти из зоны комфорта и начать жить полной жизнью. Самым активным участникам мотивационного тренинга досталась ее книга. Мне было очень интересно, как бы дискуссия была на английском языке. В дальнейшем я прочитаю эту книгу и с удовольствием порекомендую, наверное, ребятам. Впереди у Меган и ее родителей еще несколько городов России. Но перед этим встречи с якутскими читателями она устроит завтра на нескольких площадках. Марианна Кутукова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.